Ага. Ты плачешь, да? А, Нет, не нет. ты. А кто? Это Аня. Что-то у меня какое-то дежавю. Мне кажется, мы с этой же чумичкой играли именно против Ани. Конечно, мне повезло сейчас. Плачу бежит. Думаешь, что Стефания была, да? Надо посмотреть. Записано же. По-моему, с ней выкладывается катка. Но я не уверена. Она до сих пор никого не нашла? Нет. Ну что, меня нашла. Могу бы и поздравить. Я думаю, она примет твои поздравления. Учитывая, что она Тут просто... же, тут же. Я могу забрать их обратно, забрать. Нет, не могу. Ладно. Что она минуту где-то бегала, непонятно где. Непонятно, кого искала. А это, видимо, на подсейве ходит, да? У меня уже спринт? Да. У меня уже спринт катился. В то время. Плохо, конечно, что она на подсейве ходит. Так, Ген не чинится. Считай, только вдвоем чиним. Зато может подсейвит. Да боже мой. А такой Ани. Ой, ладно. Это уже мой. Это. Мой косяк. Ани, мне кажется, это подсейв даже не может. Вообще нулевое. Ну как? Я, конечно, сам на топор нарвался. Она, кажется, меня бросила. Ну да, нашла кого-то другого. Опа, вот это я зря. Кажется, да, мне снова на ее руки. Да блин, перегрузка. Она к тебе, скорее всего. Да. Ты Мне на самое тот... обидно, что я даже не успел тапнуть ген. Ты на тот же ген возвращался, да? Да. Из которого она меня согнала. Да. А ты ушодишь? А, ну не так далеко. Франклин. Франклин? Франклин, да. Оставлю-ка я здесь. Оставлю-ка я здесь аптечку. Мертвохватка, Франклин, Тонатка и перегрузка. Пока, моя аптека, я буду тебе скучать, тебя любить. Серьезно? А где четвертая? Эффект, ну. Чинится где-то. А снизу где, не вижу. Ну, видимо, уже не чинится. Ну, конечно, они обе на той стороне были. Там треугольник, конечно, да. Вот здесь. А нет, она здесь где-то была. Ты где была? А. Ярик, ты куда? Недолеченный. Ясно. Мы аж охренели от такого мула. А, серьезно, вот как? Не боюсь в другие места ходить. Чё, тебе аптеки не хватило? Не-не, у меня есть аптека. Mm.
Гранатка же, я думаю, что так медленно хилит? Я ачивку получил. Мне кажется, мы не успеем. Или так, успеем? Она у меня. Не, мы должны. Сейчас мне ее жалко. Интересно, та побежала снимать? Она куда замахивается? Ну, на крюк, наверное. Нет. В сторону вычиненного замахивалась. Странно. А, ее теперь вообще никто не спасает, да? Спасает, спасает. А, да? Я вас спринт потратил. Ради чего? Катюха. Что? Ах ты ж. Ага, понял. Моя аптека снова. Ой, извини. Как там тебя, Сага? Стара. Ой, Катя тоже. А, подвинься, ну ладно. Вообще просто наплевали на ее тонатку абсолютно. Такие, чё у тебя там тонатка? Да похер вообще. О, как же ей плохо. Давай быстренько. Дай, да дай. Ой, я спринт потратил. Что ты делаешь, Ярик? Пытаюсь в отличку упасть. Ну, Ярик! Тараканчики, разбегаемся! Чё делаешь? Отвлекаю её. Это хорошо. Начало меня бы не бросить. Ой, получилось все-таки. Она не пнула ген? Я тебе больше скажу, я сейчас дочиню, кажется. Да, Ярик. Серьезно, где ты его взяла? А, ты самый крюкать оставлял? Катюхач? Да, да. Прикол, не отправляю, отправляю, да. Не открываю те, которые возле мейна. Смотри, вот мейна. Хорошо. Капец, всегда удивляюсь ее крику. Всего 99. Откуда ты открыл? Слева от мэн? Да-да. Она в крюка стоит. Она прокидывает. Кого прокидывает? Она шла к воротам. Слева от который... А, я поняла. Мы уходим? Так. Ого. Мы просто уходим? Это топор, конечно. Чё-чё? Что за брос? Мы уходим в другую сторону? Вы уходите в другую сторону, я вообще чего в этих воротах. Ай-яй-яй-яй. Нет-нет, только не она. Блин, даже не успеваю ее заблокать. Я вообще ничего не делаю, я просто забираю предметы, уходить надо мне. Ай-яй-яй, не успеваю. Вы уходите, я надеюсь? Ай, блин. Ну что ты будешь делать? Выползает? Да, я смог. Хилтек! Хилтек! Хорош! Yeah. Мощь хилтека. И Катюха уходит, да? Да, и Катюха уходит. Ты спринт ждешь? Нет.
А, да. Я вот этого жду. Ты понял? Катя нужен. Да зачем мне спринт? Моя аптека. Я делик сделала. Вот это да, вот это да. Вот это да. А, ты... скажи привет. Ты вообще молодец. Ты там всю работу сделал, ворота открыл. Да-да-да, с новым предметом сбежать. Ой, что за катка вообще? Что за мед? Слушай, ну вот смотри. Вопрос, конечно, очень хороший. Какой? Нас вроде кидает на достаточно опытных суровов, но при этом на достаточно неопытных манов. Потому что ну, вот это вот прям видно, ну нолечко. А хилибили, да, сами? Ну хилибили там, господи, я тебе говорю, там проблема в том, что его, кажется, сильно бафнули, сами перестарались. А тут прям, да.